Моя пациентка 10 дней назад была круговая подтяжка лица со смазкулатизмопластикой и эндоскопическая с элементами эндоскопии, любая височный лифтинг. Утром это к тому, как оперативно мы работаем и как мы с пациентами поддерживаем связь. Это ответ тем, кто иногда пишет, что мы немножко поздно отвечаем. Да, мы немножко поздно отвечаем. Но когда видим, знаете, вопрос, например, после операции у меня хорошо прическа складывалась, до операции, после операции плохо складывается. Конечно, скорее всего, с таким вопросом, но я утрирую, с таким вопросом не выйдем мы на связь. Вот она, когда вы написали? Полчаса назад. Полчаса назад она написала, что здесь появилась припухлость. Вот здесь. Все, полчаса назад она написала, она уже здесь, и я уже сделал перевязку. Значит, после фейслифтинга мы заливаем препаратом аминокапроновой кислоты, это кровоостанавливающий препарат. Ну, естественно, потом мы откачиваем этот препарат, но чуть-чуть остается. Вот ушел отек, и где-то 5 миллилитров оставалось. Вот она мне написала полчаса назад, и 10 минут назад мы уже ей сделали перевязку. Значит, это могла быть гематома. То есть мы уже, когда вы пишете, мы смотрим по ситуации, нам надо быстро реагировать, или, так что не переживайте. Когда надо, мы будем реагировать молниеносно. Да? Да. Спасибо вам большое. Всем пока.